Поехали. Рыбакопов включили. Один мигающий. Второй пусть горит. Мигающий будет привлекать внимание. А по постоянно горящему фонарю легче отслеживать автомобилистам местоположение велосипедиста. Потому что поедем сейчас по дороге. У нас уже установили елку и потихонечку ее наряжают. У меня сейчас работа без выходных, с 8:30 до 20 каждый день, суббота, воскресенье тоже рабочие. И мне сейчас нужно прокатиться по делам, я покажу один из вариантов, как радоваться жизни. Поедем по Новому проспекту. Прямо сейчас минус 30 градусов, по данным сайта РП5.
не будем мешаться на дороге техники, которая работает, поэтому объезжаю по тротуару. Здесь света побольше. На улице минус 30, холодно. Вроде как дорадоваться это и нечему, но когда есть это, жизнь становится лучше. Кстати, сейчас минус 30. Специально ложу этот рюкзак, чтобы показать, что минус 30 он еще сильнее замерзает. И где-то в районе минус 35-40, я думаю, он может уже лопнуть, этот материал. Так, поставим его сюда. Так как сноуборд в перчатках нет никакой моторики, меняем их на время на обычные флисовые. Самые тонкие, какие у меня есть. И вот у вас вокруг тебя везде минус 30, холодина, пакетик на засад положить, он пока не нужен. Ну, все приобретает другой вкус, если в руках у вас домашний, свежий, только что приготовленный чебурек. Минус 30, горячий чебурек, только со сковородки. Неописуемо. Качеля бьется. Мне кажется, сильно раскачиваться нельзя. Ну, прекращай. Надеюсь, в камере будет слышно, как классно он хрустит. А здесь внизу еще и сок есть.
Уже сели оба стробоскопа. Когда они подсаживаются, у них начинает гореть синий. Было очень вкусно. Идиллию немножко разрешили проходить. Прохожие, которым нужен какой-то центральный автовизал. Не знаю. Я этих товарищей, которые ко мне подходили, видео вставлять не буду, потому что они пьяные. А люди, может быть, хорошие, идут откуда-то. И будем выкладывать такое в сеть. Кто не ел чебурек в минус 30, рекомендую. Так, все, едем дальше по делам. Задние фонари начинают гореть и мигать оранжевым светом. Это говорит о том, что они тоже садятся, намерзают. Они очень быстро замерзают, потому что у них очень маленький АКБ, емкость маленькая. Вот. Фонари вот Lenzer, которые из металла, из алюминия, с аккумуляторами 18650, они держатся чуть-чуть подольше, чем эти маленькие фонарики. Использовать их, конечно, в такой мороз настоятельно не рекомендуем, потому что они могут быстро выйти из строя. Ну, я для эксперимента решил попробовать. Потом их уберу в пакет, и они будут часа 4 отходить от мороза, чтобы на них не собралось конденсата, когда я их занесу домой. Ну, а теперь едем в темпе в ВТБ, а затем домой спать. Сейчас проверю один проезд, есть ли он еще. Калитка закрыта. Холодно. Трактор создает непередаваемый звук.
Пусть пока здесь постоит.